Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 13.3.1 Beta 2. Она вышла вся прекрасно, я ее протестировал, запись обзора написал, что здесь нового. Так, как по моему мнению, щелчки повылетали, и более крупный шрифт исправили, также эту разрушающуюся батарейку, теперь она более намного автономнее, производительнее, и других нововведений больше я не заметил. То есть я думаю, это будет подключение с интернетом, то есть с обновлением и все остальное. Вот, а пока посмотрите скорость работы. Классная в целом, никаких нареканий я здесь не видел. Очень интересно, обновляйте, советую однозначно, то есть никаких багов здесь нет. Ждем следующее обновление, и там будет видно, что как. B2B – ювелирная компания, которая существует в Украине с 2018 года, августа месяца. Они принимают депозиты на вклад в серебро и золото, закупка ломом и продажа изделием. Здесь предоставлен выбор выплат. Еженедельно, ежемесячно, раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Более-менее будет понятно здесь, как я расписал. Это будет тот процент от той суммы, которую вы вложили. Очень приятно, комфортно, приятные дивиденды, карьерный рост. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. Для меня это важно. Пишите, какая у вас версия iOS и какой у вас iPhone. Всем пока. Me, come slow.